Новогоднее настроение – дело тонкое, и заполучить одесситом его достаточно трудно, учитывая наши бесснежные зимы, даже несмотря на огромное количество украшений и елочные базары. Есть ли у вас в этом году новогоднее настроение? Нет. В поисках, но уже знаем, что очень рядом, скоро ждем. У меня всегда оно есть. И летом, и зимой, да. Поэтому он с нами. В этом году не очень. Ну, у меня, в принципе, есть, но тоже не очень. Оно появилось только вчера. Да, есть. Календарное. Нам бы снега. Снега. Что тебе создает твое новогоднее настроение, скажи? Подарки! Новый год – это праздник с огромным количеством гастрономических традиций. Шутки про заливную рыбу, десятки рецептов шуб, оливье и мандариновое изобилие. Предвестники 31 декабря. Оливье, шуба. Мимоза, утка. Да. Утка. Подготовка праздничного меню чем-то похожа на соревнования по фигурному катанию. Есть обязательная программа с традиционными блюдами на столе, но есть, так сказать, и оригинальный танец. В каждой семье он свой. Традиция еще – дети устраивают квест в новогоднюю ночь для родителей. Подарок – удачное настроение, потому что это очень весело. А квест в стиле обычных квестов с заданиями по дому, по квартире, беготня, только бегают взрослые вместо детей. У нас такая традиция конкретно с друзьями. Мы арендуем отдельное здание, где мы собираемся, празднуем Новый год. А добавили такую еще прикольную тему, как «Тайный Санта», может быть, знаете, где мы, получается, обмениваемся, то есть узнаем. И потом ищем подарки для какого-то из друга, кто попадется. Очень прикольная тема, повышается настроение новогоднее. По центру города создается впечатление, что одесские заведения соревнуются, у кого же лучше получилось передать атмосферу торжества. Здесь можно встретить елки, оленей, гномов, снегурочек и других волшебных существ. Я думаю, нужно больше выходить на улицу, общаться и дарить друг другу тепло, душевное. Вот можно обнять вас?